Всем привет, дорогие мои! Всем доброго дня, доброго времени суток. Поехали в поликлинику. Несколько дней на улице тут не были. Ну, Палыч-то ходил, ездил, машину заводил. У нас морозы все были, 26, да, 22, да. Он тут. Вчера, да, ты ездил, машину-то заводил. И, ну, прогонял, чтобы это. Сегодня вот, сегодня минус 3. Все было. Солнышко такое. Дороги не чищены. Чищены были. Да, то есть что снова нападало? Сейчас такой снежный был. Ну, сейчас я видела, что такой, да, заряд пришел. Видела Боже в окошко. Опять идет. Видела, что как дала, думаю, ни хрена себе. Вот. Ну, не успевают у нас чистить. У нас ведь не поноздок золотуха, не мороздок снегопад, блин. Поехала на ФГДС. Контрольный, ну как контрольный, я пролечивалась-то когда, месяца 3 назад, наверное, или 4, она меня так и не послала на контроль ФГДС, я сама выпросила, ходила к терапевту, ну когда вот тут по другим пирогам ходила, говорю, дайте-ка я ФГДС сделаю заодно, пролечили меня по поводу разинового гастрита, а проконтролировать не надо, ну, боли-то, конечно, у меня, не скажу, что сильные, но есть, делается все это дело натощак. У меня талончик на 14.10, поэтому я сегодня не евший, не пивший, это ведь как назло. Я не хочу, я себя просто боюсь, чтобы сахар не упал, у меня бутылка воды с собой, с сахаром там набодяжено, чтобы не просто кусок сахара съесть. Куски-то сахара у меня всегда с собой 6-7 кусков в баночке положено, а тут выпить, если что случится, так чтобы рассосалась быстрее в желудке водичка. Когда ведь не думаешь... Так и не обращаешь как бы на это внимание, да, когда вот думаю, что вот я не поела, вот бы сахар не упал. Я померила, конечно, сейчас у меня сахар нормальный. 6,9, да, по-моему, померила. Ну, это хорошо для меня, для диабетика до 7. Утром такой у меня был 6,9 натощак. И сейчас, то есть я не ела, думаю, померю. Лишь бы не... Пусть он лучше будет выше сейчас в данный момент. Пусть он будет там 11-15, да, но только бы он не упал. Не наступило, что гипогликемическая кома. Вот на всякий случай. Так, когда не думаешь, вот когда гостей мы ждали, так я тоже с утра готовилась. Я даже чаю, у меня маковой росинки до того, когда пришли гости в час, у меня маковой росинки не было во рту. Ну, я особо об этом не думала, я дома, если что, я почувствую, если сахар упадет, конечно. А тут вот сейчас еще час мне в поликлинике сидеть, поэтому хуже нет, так вот. Ветрище такое на улице. Минус 3, как минус 33. Лучше бы 20, но без ветра. Ой-ой-ой-ой-ой. О, сколько снегу-то намело, все белым било. Но хороший снегопад до этого как-то было, чуть потеплело. Но сегодня долбануло. Машина, говорит, вся была в снегу. Он еще пошел рано, я говорю, а ты куда рань поперся-то, говорю. Так машина, я говорю, вроде снегу-то не было. Вот, нет, потом смотрю, один заряд, второй заряд. Вот. Никто следов не натоптал. Потому что снег идет сегодня целый день. Смотрите, как даже, видите, вот кто-то поигрался, кто-то раз потопал. А нет, там просто меньше снегу. Я думаю, кто-то поигрался. Так, ладно. Пришла. Почти. Ну все. Слава тебе, Господи, иду обратно. Процедура не из приятных, конечно. В прошлый раз как-то я перенесла ее легче. В этот раз не тоже случайно что-то отправила она меня. Случайно обнаружили. Меня тот раз так я и скажу, чтобы болел желудок. Эрозии-то обнаружили. Сейчас посмотрел, все, говорит, никаких эрозий нет. Говорит, есть небольшой поверхностный гастрит. Ну как мне и раньше ставили всегда поверхностный гастрит. Так еще бы нет, столько таблеток я пью. От диабета, давления, от хрендения, от всякого. Ну все хорошо, ну все же должно быть плохо, когда должно быть и хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Смотрите, ребят, какие сугробы. Как вот пройти тут к Палычу, где он там у меня? Где-то там. Тропиночки-то протоптаны были, а трактор, видимо, чистил и загреб все тропиночки. Палыч, Палыч, где ты, Палыч? Покупки сегодня бестолковые.
ничего ходила, не снимала. Нет желания вообще снимать хлеб. Ходила по магазинам, несколько магазинчиков зашли, но я не снимала, не хочу. Да, купила вот такую себе заколочку, вот такую. Крабика такого. Забираю уже я. У меня есть там, но большие, думаю, мало ли вот это у меня навернется, это в запасик. Дешевая, 80 рублей. В этом. Как называется? Ну, забыла, как называется магазин. Вот таких штучек вот купила тоже. Потом покажу, ладно, сейчас. Не знаю, хочу показать. Купила вот такую фиговинку для специй. Давно мечтаю. Я все близко как-то пододвинула, ничего не понимаю. Вот. Для специй 4 перегородочки. Сейчас прямо сразу же помою и спробую. Вот. И поехали. В основном-то так. За хлебом. Молока купила. Молочка, как обычно. Вот эти вот штучки понравились. Крекер. Крекер Здраво, французский Прованс. Семена Мелина. Ну, какие-то семена не чувствуются, конечно. Еще кетчуп купила. Какой-то краснодарский новый. Махеев. Так, все. А есть где-то за лампочкой. Перегорела лампочка в туалете. У нас Филипс там лампочки. Мне как-то дали, я сделала нашу, русскую, российскую. Она не подходит, у меня там еще такое стеколышко, покажу сейчас, вот, одевается так, прикручивается сверху, и она по длине не подошла. И таких лампочек сейчас нет, она сказала, ну, она как бы еще тоже это, сейчас она разберегающая, ну, и вообще, говорит, вот такие зеркальные, кстати, говорит, вообще, вот, дала мне вот такую. Наша тоже она. А нет, какая наша, сделана в Китае, онлайн, какая наша, китайская. Вот такую. Ну, вот это энергосберегающая, 145 рублей. Гарантия год у нее свет... А, светодиодная даже она. Не энергосберегающая, а светодиодная лампа. Как интересно. Все говорят, на эти уже переходят, никто уже такие сейчас не покупает, таких лампочек, никаких уже и нет. И ты, я говорю, у всех подходит, у вас не подходит, у вас что-то с цоколем. Я говорю, почему тут цоколь? Цоколь, как он и в Африке цоколь. Если у меня там одевается, вот так ее вкручиваешь, а кверху еще прикручивается вот так. Стеколышко такие на две штучки, как бы люстрочка такая закрывается. У меня по длине она не подходит, и стекло не прикручивается. Что ты объясняешь каждому? Ходи, это стекло показывай, с собой носи. Ну ладно, гарантия год, говорит, а где чек-то тут? Поставим, не знаю, что. Надо мне две перегорели. Одна там лампочка горит. Вот. Не буду пока, говорю, брать две, 140 рублей куплю, говорю, одну, если подойдет, приду еще, говорю, за одной. Так, и вот такие штучки сейчас покажу. Какие еще хреновинки купила? Это себе на куртку? Ой, давай, просят, уронишь, да? Что-то я не поняла вообще. Все увеличено. Раздавила я. Повесила в шкаф, стала закрывать купе и придвинула. Думаю, что хрупнуло? Поняла, палочку потом на полу нашел. Ну, купила сразу две, чтобы заменить обе. А эту палочку купила на толстовку. У него вообще без ничего, просто шнурок. И все время в капюшон удергивается он. Приходится вытаскивать, продергивать. Вот взяла вот это ему. У меня на даче вот таких вот штучек всяких, дрючек от старых курток. Хреново туча. Полно. Ну вот, думаю, пока до дачи ждать. Купила. Ни хрена не стоит. Там эти по 7 вот рублей штучка. 7, 14 и эти 10. По 5 рублей. 24 рубля все удовольствие. Думаю, возьму. Вот. Ну и вся покупка вот такая. Намыла эту штучку, протерла все, достала специи. Сейчас. Еще шипы у меня, лучше пока в сторону. Так. Так, паприка. Сейчас сюда будет чеснок. Черный перец, черный перец, черный перец. Сюда. Так, укроп, укроп. Так. Желатин. Разрыхлитель теста. Это вот сюда, мне кажется. Маленькую, крайненькую. Опа, 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 опа. Так. Дрожжи. Дрожжи сухие, дрожжи. Так, здесь у меня что? Разрыхлитель теста. И сюда же желатин лезет, я думаю, что рядышком. Не разберутся. Так, мне кажется, сюда даже
чистого. Не надо лекарства, надо сюда. Лимонная кислота и суп. Ну, даже влезет сюда суп, лимонная кислота. Вот так. Так, здесь что? Приправа для томатов. Так, еще одна лимонная кислота. Суп. Сейчас сливаем вот так. Они очень много места занимали. Вот так их. Вот. А то они все вниз опустились. И не хотят лизать. А мы упихаем. Вот так. Так, еще одна лимонная кислота. Одна открытая лимонная кислота. Вторая открытая лимонная кислота. Вот это вот. Потому что все натыкано. Не попадя где. Так, сахарная пудра. Так, укроп еще, где-то был укроп. Укроп, еще укроп. Так, сахарная пудра. Так. Ну, мало мне ячеек, мне еще бы не помешало. Ну ладно, эти вот приправки, которыми мариную сюда. Ну, разберусь. И лавровый лист. И лавровые листики вот сюда сунем. Вот сюда. Ну, сахарная пудра уже большой пакет не влезет. Пока целая, пусть так лежит, стоит. Ну, вот так хоть попонятнее все равно стало. Где что, почем. Ну, еще бы мне парочку ячеек не мешало. Покупала вот такую приправу. Французские травы. 100% натурально. Я открыла, нюхнула и чуть не умерла, короче. На помойку сразу ее, значит, что сюда входит? Где? Розмарин, тимьян, чабер садовый, базилик, экстрагон. Ну, чем таким она пахнет? Это, конечно, просто ужас, мне кажется, каким-то лекарством, какой-то алтейкой. Это, не знаю, вот который-то из этих трав. О, боже упаси! Она у меня так и стоит, вот тоже там сейчас разбирала, и я ее нашла, сейчас ее сразу же выбрасываю, все, в мусорку. Сразу же выкидываю. Нафиг она мне не уперлась. Все. Сразу же вон. Ну что, пойду вкручивать лампочку. Вот такое стекло-то там идет. Вот так оно прикручивается к лампе. Вот так ставится, и вот таким образом потолку прикручивается. И вот длина-то не вся подходит. Ну пойду попробую. Подойдет, не подойдет. Повезет, не повезет. Куда вывезет. Так, ну что, пробуем. Пробуем, пробуем. Горит хорошо, а свет холодный. Я такой люблю. Да. Сейчас прикрутим стеклышко. Все нормально, все хорошо. Надо еще одну, значит, такую купить. Ай, какой яркий, хороший свет. Вот. Да. Меленький, диодный. Хорошечно. Нормально. Все подошло.